Всем привет-привет и снова здравствуйте. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, гости моего канала. В одном из прошлых своих видео о приготовлении хлеба, о выпечке хлеба из готовой зерновой смеси, я говорила, что хотела бы начать, наверное, готовить хлеб дома самостоятельно. Но задумывалась о покупке хлебопечки, но пока что-то я не готова, потому как боюсь, что хлебопечка плавно через месяц или даже через пару недель перекочует в кладовку, в общем-то, и пользоваться ей практически не буду, так как произошло с аэрогрилем и другими, скажем так, кухонными помощниками. Поэтому я заказала две формы для хлеба. Сейчас я вам покажу их и расскажу поподробнее. Я так предполагаю, что это что-то типа литого алюминия, фирма Кукмара. Это форма для полукилограммового, 500 грамм. В общем, здесь получится полукилограммовая буханка вот в данной форме. Форма, в принципе, достаточно легкая, металлическая. В общем, посмотрим, как она будет в деле. А так она мне очень понравилась. Стоимость формы, по-моему, 230 рублей, что-то вот в этих пределах. Заказывала в совместных закупках с сайта Петровский. Ссылку на сайт, если кому-то интересно, могу оставить внизу под видео. Но дело в том, что там, по-моему, приличная достаточно минималка. Поэтому лучше, если это скооперируется несколько человек. Для одного это не очень выгодно. В общем, вот такую форму я заказала. Дальше заказала вот такой черпачок. Поварешку, черпачок. В общем, так как у меня оказалось, что она всего лишь одна, и бывает иногда приготовлю компот, и нужно налить суп, и тут же вот, ну, как бы с одной не очень удобно. Хотя, в принципе, почти 20 лет пользовалась одной, и тут вот мне приспичило. Ну, в общем, заказала вот такой пластиковую поварешку, половник, в общем, вот такую штуку заказала. Также заказала вот такую силиконовую лопатку. Хотела давно, но как-то в магазинах не попадались. Она тоже что-то около порядка то ли 30, то ли 50 рублей. Ну, в общем, достаточно дешевая. Вот такая, в общем, силиконовая лопатка. И заказала еще одну форму. Она, по-моему, около 260 рублей, 252 или что-то такое. Она уже не квадратная такая, вернее, не прямоугольная, а более округлая. И это тоже Кукмара. И здесь, как было, здесь не указан вес, но как было указано в аннотации, то хлеб должен получаться объемом, не объемом, вернее, а весом 700 грамм. В общем, вот такие покупочки с сайта Петровский. Я, честно говоря, пока предварительно очень довольна. В выходной, возможно, попробую заняться выпечкой хлеба. Посмотрю рецепты, послушаю рекомендации и, в общем-то, думаю, что приготовлю. Всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада новым друзьям.